Мне кажется, ты ошибаешься. Нам нужно поговорить. Извини, я должна взять еще 3 интервью до окончания банкета. Да, но все они ничего не сделали, чтобы изменить мир. А говорят, что сделали. Они лгут. Даже у воображения есть границы. Телепортация. Расщепление молекул и их восстановление, несомненно, очищают человека. Где наши мечты встречаются с нашими страхами. Что-то пошло не так, Сет. Когда ты зашел внутрь, что-то пошло не так. Вам придется преодолеть эти границы. Муха. Я изучила эти странные волосы, которые появились у тебя на спине. Они точно не человеческого происхождения. Видел бы ты, как он напуган и в полном отчаянии. Уверен, тифозная Мэри тоже была очень милой женщиной. Нет! Ты боишься, что твое тело распадется на молекулы? Ты изменился, Сет. Все в тебе изменилось. О, нет. Что со мной такое? Я умираю? Я хочу знать, что происходит. И чего же хочет твоя болезнь? Хочет превратить меня в кого-то другого. Нет. Муха попала в трансмиттер, когда я был там. Не ходи к нему. Он может быть заразным. Мне страшно. Не бойся. Нет, ты должна бояться. И еще как. Муха! Помогите. Пожалуйста, помогите. Брукс Филмс представляет фильм Дэвида Кроненберга «Муха». Джефф Голдблюм, Джина Дэвис, Джон Гетц, композитор Говард Шор.